Создание на территории области центров досуга, отдыха и шопинга. Я уже не чуть сказал. В прошлом году мы открыли горнолыжные спуски в Бондарах и в городе Ульяновске. Открыли новые отели, новые рестораны, новые магазины, в том числе два комплекса ленты. А в настоящее время ведется проектирование ленты и в городе Петроград. При этом мы хотим привлечь в регион самые такие вот главные, самые яркие торговые сети и бренды не только бизнес, но и премиум класса. Для этого планируется строительство, уже идет строительство, крупного торгового центра АГИ, расширение Акмамола, строительство крупнейшего европейского магазина спортивных товаров Декатлон, достигнуты договоренности с торговой сетью Леруа Мерлен, в самое ближайшее время инвесторы выйдут на строительную площадку. Реализуем ряд и других очень важных, прежде всего для женщин, проектов. Не буду называть крупнейшие мировые компании, с которыми мы сегодня переговоры завершим, объявим. И все эти компании будут, мы уже определили земельные участки. Часть таких вот торговых крупных мегакомплексов будут построены в новом городе. Часть будет построена в Засвиярском районе, там, где у нас есть Сибирское кольцо. Сейчас идет активная застройка этих территорий. Уже до конца этой недели я подпишу с двумя крупнейшими мировыми компаниями соответствующие инвестиционные соглашения. Таким образом, делается немало повышения качества среды проживания. Хотя я